Впервые День народов Оренбуржья отметили в городе в прошлом году. Тогда праздник был приурочен к десятилетию комплекса «Национальная деревня» и собрал около 3000 горожан. В этом году событие состоится вновь, уже 17 ноября. День народов Оренбуржья пройдет на новой площадке с новой программой. Однако основная идея праздника осталась неизменной. Мы как-то сами для себя задались вопросом. А вот оренбуржцы, мы говорим оренбуржцы, оренбуржцы. А понятие оренбуржцы, собственно говоря, меньше 300 лет. И кто мы, откуда мы здесь взялись? Как сюда попали наши предки? Идея в том, чтобы создать такую площадку, дать возможность для того, чтобы люди, очень-очень разные люди, могли собраться в одном месте, пообщаться, познакомиться, что-то узнать для себя новое. Главной площадкой праздника станет Армада. В 7-й галерее комплекса можно будет поучаствовать в мастер-классах, увидеть необычные этнические украшения от оренбургских дизайнеров, послушать лекции об истории своего края, а еще пройти квест и попытаться выиграть главный приз – поездку в Казань. Кроме, ну, в общем-то, привычного уже всем праздничного формата, будет еще много другого. Будет образовательная программа, будет этноквест, детские площадки, можно будет сходить на открытые лекции, в общем-то, что называется, на любой возраст, на любой интерес, на любой вкус. Стать гостем Дня народов Оренбуржья может каждый. События стартуют 17 ноября в 12:00. Приходи и стань частью праздника. Дарья Казакова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.